Всем привет! Сегодня у нас небольшая распаковочка. Будет, давно такого видео не было. Вот, мне пришла посылка еще 2 недели назад уходовой косметики. Я ей пользовалась уже 2 недели, поэтому могу, в принципе, вам рассказать, понравилось мне все это или нет. У меня здесь достаточно много средств. Вот. Вот так это пришло ко мне. Я сюда сложила, чтобы вам показать, как это, в принципе, приходит. Так, ну и я думаю, начнем. Первое, что я вам расскажу, это крем для лица. Он идет увлажняющий. Его можно использовать и утром, и вечером. Вот, смотрите, какая тут шикарная баночка. Мне прям влюблена. Вот такая крышечка, она идет как зеркальце. Он очень быстро впитывает, не оставляет никаких следов, липкости и так далее. В общем, мне он безумно нравится. Вот этот крем, я прям могу порекомендовать. Это прям 100% попадание. Ну, по крайней мере, для моего типа кожи это просто вау. Достаю просто по порядку следующее средство. Это очищающий гель для умывания «Сандал». Мне нравится безумно их упаковка. Вот вся косметика, она именно вот в таком стиле выполнена. Этот гель, кстати, отлично смывает косметику, просто на ура. Плюс оказывает противовоспалительное действие, что, в принципе, очень супер. Он хорошо пенится. В общем, я тоже могу сказать, гель просто отличный. Дальше. Дальше, что я достала, это эликсир питания и увлажнения. Это некая сыворотка. Сейчас покажу, как она выглядит. В общем, сама коробочка тоже белая, но внутри бутылечек, он зелененький. Он, когда наносишь на кожу, он немного жирный, но очень быстро впитывает, в принципе. Сейчас покажу, попробую показать текстуру. В принципе, обычная, вот как водичкой капает. Надеюсь, видно. Наносить его нужно до крема, также утром и вечером. Сначала его, а потом уже крем наносим. Так, следующее, что я достала, это тоник, успокаивающий тоник. Он идет с ромашкой и бергамотом. Не знаю, видно или нет. Вот такой. Давайте я просто прочитаю, так будет проще. Очищает кожу, придает бархатистость, увлажняет, обладает противовоспалительным действием, увеличивает упругость и тонус кожи. В общем, незаменимая вещь. Мне безумно нравится аромат у него, реально пахнет вот прям ромашкой такой. Ну и в общем, я люблю такие запахи, когда это не химозный какой-то запах, а именно вот что-то такое травянистое и так далее. Следующее средство, это вообще моя любовь, это мицеллярная вода с розой. Это просто вау. Наносим на ватный диск и протираем лицо. Кожа сразу такая свежая, отдохнувшая. В общем, ну вообще просто для демакияжа лица это, ну, мне прям очень понравилось это средство. В общем, мне вообще их линейка вся понравилась. Я почему решила записать это видео? Потому что мне редко какая уходовая косметика сама по себе подходит. Я покупаю, в принципе, чуть-чуть попользуюсь и пытаюсь это выкинуть, потому что мне не нравится. Вот. А вот эти средства мне все подошли, я поэтому решила просто об этой линейке вам рассказать. Так, дальше последнее средство. Нежный очищающий скраб для лица. Сейчас покажу, как он выглядит. У него бутылечек как идет, как крем. Вот. Я покажу поближе все, как он выглядит на руке, как частички. В общем, у него попытаюсь, по крайней мере, это вставить. Ну, в общем, я рассказала про все средства. Надеюсь, вам это было полезно. Ссылку на сайт, где я заказывала, оставлю под видео. Если кому-то это актуально, пройдите по ней. Там есть еще не только уходовые средства для лица, но еще и для тела. В общем, я хочу попробовать их еще заказать. Может, закажу и тоже вам расскажу. Если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх. И всем пока. Спасибо за внимание.